осталось 8 минут. Сейчас посмотрим, нет ли что-то сверхполезного. А, это мы не там. Вот. А, теперь мы не там. Теперь мы возвращаемся к себе домой. В 91. Вот он. Вот где-то здесь мы остановились. Несколько минут можем потратить. Ха, смотрите, почему еще один сайт, почему еще один фальшивый, почему мошеннический? А и вот это место, помните, я показывал, друзья, на нескольких сайтах, вот здесь они умудрились даже... Зато они здесь просто закрыли. Да, все. И опять. И обрезали фотографию так, что не видно было ствола. И ствола нет. Все, ловкость рук, никакого мошенничества. Вот так вот. И теперь сам принцип. Ладно, несколько минут осталось все-таки. Смотрите, что получается. Вот это я беру. А мне же интересно, это же абрикос. Вот. И вот, значит, я беру в Яндексе, а там я своих 3 нашел. За 2 дня 3 нашел. То есть и мои, но мои это капли в море. Абрикос совершенно бесполезное дерево в саду, понял, нынешним летом. Я вначале всерьез это воспринял. Тем более сенсация, а ловить нечего, а это Европа, вот. А это Московская область. А потом до меня дошло. Что, почему я на это слово приколист применил? Да потому что в конце что написано? Ставьте лайк. То есть он взял, над людьми издевается. Потому что дальше пошли комментарии. Несколько человек написало. Да у меня в Московской области прикольно. Даже фамилию нашел знакомую. То есть кто у меня брал. Угу. Вот. Светлана. Забыл очень фамилию. Даже своя, родная. То есть люди среагировали на вот это. А ему-то надо не это. Не то, что вот сейчас он адресами поменяется. Угу. Скажет, я тоже хочу. Ему нужно... Эти самые, это так же, как дядя Ваня. Чтобы ставьте лайки. Вот, кстати, вот этот дядя Ваня. Ну, что ему надо было? Уже видит, что дурак. Уже видно, что глупость. Не дурак, он очень умный. Но видя, что совершил глупость, сам поверил, что можно это таким путем вырасти там, где до воды, чуть больше полметра, да? Но уже понял. Ну, взял бы... как-то отозвал. Стыдно внизу отозвал, не надо признаваться. И переделал немножко. Он написал, вот видите, вот так сволочи нас учили. Не надо на железу ссылаться, потому что для него это унижение. Вот. Вот так нас учили. А это, оказывается, смертельный прием. И, вот. И теперь ставьте лайки, кто со мной согласен, что это смертельный прием. Вот так вот надо было выйти. Потому что выглядеть дураком. Вот. Ну, дураком не в чистом виде, потому что даже вот эта дама, которая ветки нижние мешали, спину надо жалеть, она просто не ведает, что творит. И на тот момент он искренне говорил, берем несколько слоев рубя этого самого, листового железа, а это мне берется, это я уже, как сказать, ну, фактически мы закончили разговор. Я вот сам принцип объяснил. Там много таких, много вот таких. Они появляются и появляются. То есть они начали передирать одно и то же. Только чтобы ему это. А он-то, ну, а он-то как? Если бы у нас со школы бы началось. Берется пакетик хилат железа. Угу. Вот. Кажется, формулу 4 я со школы помню. Вот. Это растворимое железо. Вот, вот такой пакетик. Там может быть 10 грамм, 20, 30. Да? Вот. Разводится в ведре воды. Вот тебе недостаток железа. Когда он туда 10 килограмм ржавеющего железа набухал, прямо корни на это все ставится. Вот. А то, что железо окисляется, и кислотность повышается, он уже невдомек. Вот. Ну, да. Наверняка по химии зато железо у всех есть. Зато железо... Можно найти легко. А хилат железа, это надо заморочиться и поехать куда-то. Да откуда знать про хилат железа? Ему же сказали, накидай железо. А он берет, кидает раз в миллион больше, чем надо. Ну, хватило бы консервной банки. Ну да. Вот. Она тоже ржавеет. Вот такой принцип. И вот это вот, дурь повторяется, он не виноват. Он, кстати, умный мужик. Он же для чего все это делает? У него же ставь лайки. Он, то есть, подставляется для того, чтобы это... Повысить свою посещаемость, свои просмотры увеличить. Конечно. Это они тоже увидят, как... что у вас какая-то получилась перепалка, а тут он заводил. Да. Все. Ладно, проехали.
Вот он это. О, кстати, о, мой брат. Смотрите. Пусть не крупная. А это с косточки. Это с косточки, это с косточки. Это с косточки. Здорово. А вот это вот, помните, я говорил, я принимаю подарки к юбилею в виде фотографий моих плодов. Вот меня Марина поздравляет. Спасибо, Марина. Вот это и есть счастье для меня. Вот про гепатогенную зону. Ну, вопрос серьезный, Толя, это мой земляк с Украины. Вопрос серьезный, а про гепатогенную я не могу так просто. Вот у вас. А он уже научился рамками владеть. Он третий будет. Mm-hmm. Вас научил. И, кстати, вот мне интересно, когда вы будете вести занятия, да, школа садовода, воспримут это или тоже будут считать городская сумасшедшая, скажут, нахрен нам это самое учиться тому ли учить. А без этого же, я же не зря мой постулат, все начинают с академии, когда же умеют владеть. Когда-то это будет, но там, когда сознание поменяется. При этой власти нет. И что получается? Вот он уже знает, смотрите. Рамки показа гепатогенной зоны. Ну, наверное, надо посерьезнее отнестись к этому вопросу, да? Не просто сказать. Не, если просто сказать... Ну, можно его пересадить на другое место, у него это вопрос, как можно с пользой использовать это место. Нет, у него хитрее, место. Это он и так знает. Использовать такие места. Не дай Боже, кровать поставить, чтобы раком заболеть. Что можно еще? Даже картофель не выдержит таких мест. Но эта гепатогенная зона, они бывают сильные, слабые, и потом они не равномерно, а краям слабее. Поэтому размеры их надо определять. Надо учиться владеть. А сама зона, да, если он намерил, конечно, убирать и что тут не делать. Еще и табличку поставить. Вот. Ладно, вот, пожалуйста, 40 опрыскиваний за лето. Вы это жрать будете? Вот в интернет попал этот, в YouTube, в Яндекс попала моя статья. Здорово. Даже не статья, а этот ролик. Ну, все на сегодня, наверное. Еще вот это вот, давайте так, раз время истекло, просто прочтите. Вот сейчас, вы, то есть потом вернетесь, включите еще раз и прочтете. Сейчас начинать эту тему невозможно, хотя она важнейшая. Знаете почему? Вот. Я расскажу только вот эту. Почему? Чтобы не забыть. Я расскажу только один эпизод. Значит, классика Ильф и Петров. Классический роман. Набит сумасшедший дом сумасшедшими. Все косят, ну, чтобы не посадили в тюрьму. А один настоящий сумасшедший. Им оказался учитель географии, который, когда с указкой водил по карте, да, а у него бито в голову, все намертво, он увидел, что Аляска и это, Азия соединяются перешейком. Нету Берингового пролива. Mm-hmm. И когда он это увидел, а вера в то, что печатная, была настолько, что он просто шел с ума. Вот. Так вот, господа, это такой как бы пример не отвлеченный, а как бы говорится о том, что тема важнейшая, вот, и что, или мы вот этим будем заниматься всерьез, да, всерьез. Видите, не было ничего, мгновенно появилось, объяснить не могут, вот. Вот это вот качество науки. Вот это вот образовалось за несколько тысяч лет, даже при бедной растительности. И дальше я буду доказывать и доказывать, что вся наша наука вот, сделана так. Когда-то появилось несколько догм, и до сих пор на это молятся. Все, вся эта наука стала бесполезной, вредной. Настолько вредной, что... В общем, трудно говорить на эту тему. Очень трудно, даже морально. Поэтому я еще хочу вам сказать, об этом мы поговорим в следующий раз. Вот.
я надеюсь, вы меня поймете, что если почва образовалась несколько лет назад, значит, вся картина мира лжива. Вот. И нам надо возвращать настоящую картину. Вся картина мира лжива. Просто сейчас нет времени, чтобы за этими словами пошли доказательства. Они у меня есть. Они у меня есть, эти доказательства. Вот. Они у меня есть. Это то, чего не знал ни Докучаев, ни советская наука, никакая наука. Вот. Вот этого никто не знает. Никто не вот этого никто не знает. Представляете? Никто не знает, что миром правят биополе, миром правят силовые структуры. Представляете? Только потому, что раньше это невозможно было. Ну, кто-то случайно вот увидит такую картинку, а целиком не увидит никогда. Mm-hmm. Конденсат сделал видимым биополе. Ну что, хватит на сегодня, не буду. Вот. Рождение нового организма из клетки. Вы представляете сложность? Какой хрен Дарвин? В миллионы, в миллиарды раз сложнее, чем Дарвина. Что творится? Куда мы идем? Я вообще понять не могу. Вот из клетки появляется тритон. Какой Дарвин? Господи, боже мой. Ладно. Сейчас мы с вами перепрыгиваем на вопросы-ответы. Так, сейчас я вспомню, как это делать. Справа, наверное. Сейчас. Нет, вот тут мы были. А, вот тут. Это после учебы. Редчайший случай. Антон Валерьевич, мы с вами заработаем. Редчайший случай. 10-20. Интересно, да? Ну, 1000 заработаем с копейками. Слива. Манчжурский патриарх, Май Левицкий. Это все, пока зубы на полку. Так, поехали дальше. Вот сюда. Ага, вот он, вебинар. Так, друзья, я вхожу в комнату. Так. Вот, вхожу в комнату. Ага, вот он, вебинар. Так, друзья, я вхожу в комнату. Так. А, вот это я сейчас сам себя затыкаю. Все. Делаем 5-минутный перерыв. Мне самое интересное присутствует Александр Ребрик. Просто интересно, чисто по-человечески. Я так ему благодарен. Единственное это издание, которое позволило мне, все-таки ученые прочли. Как написала Александр Алексеевич, эта дама, ученая, доктор наук. Вот, когда я сказал, что растения культурные раньше людей появились. Дичь. Ой, не могу. Ну ладно, если вас тут нет, то вы потом появитесь, наверное. Все, как-то вы говорили, что в записи иногда вынуждены смотреть. Ладно, друзья, я заработал 5-минутный перерыв. Вот, последние не разбежались. Как мне Антон Валерьевич говорит. Ну, доходило до 70 в середине, да? А под конец 30. Это скольким людям надоело меня слушать. Вот. Ну ладно, разболтался. Мы на кухню. Надо немножко в себя прийти. Тем более, вопросы будут? Ну-ка. Будут.